А что это? Слаймы! Что за безобразие? Сейчас я возьму и все выкину. Я сейчас тебе супер домик построю. Сейчас возьму стачек четвертый и принесу. А что это? А где моя мебель? А кто это все поменял? Снег какой-то, пенопластовый шарик, какие-то сквыши. Где мой стул? Сейчас во второй полке проверим. А, слаймы! Это Маша, что ли, положила всю кучу? Здесь же одежда дракута лежала. Зачем она сюда все слаймы положила? Сейчас на верхней полке посмотрю. Слаймы! Что? Что за дом слаймов? Где все мои игрушки? Сейчас я ей позвоню и все выясню. Алло, Маша, куда ты твою мебель дела? Какую мебель? Одежду от кукол, стульчики, мебель. Я ничего не могу найти, что ты все спрятала. Зачем ты везде своим слаймы положила? Ну и что, тебе места мало? Мне тоже места мало. Сейчас я возьму и все вытяну. Это что такое? Опять ингредиенты! Здесь какие-то шарики, здесь какие-то кружочки, здесь какой-то пластилин, который Маша в слаймы добавляет. Это вообще наклейка какая-то. Это вообще беспредел. Где же мои лолы лежали? Она сама здесь туда положила мои лолы. Что за безобразие? Мама! Что, ты звала? Да. Дай мне большой пакет. А что ты хотела? Помнишь, ты хотела из Машиных слаймов избавиться? В смысле избавиться? Ну ты же говорила, как ваши слаймы надоели. Ты же хотела все выкинуть. Да, хотела. А что, ты собралась все выкинуть? Да. А Маша тебе разрешила? Да. Смотри, что она наделала. Здесь слаймы, здесь слаймы, там ингредиенты. А здесь вообще пенопластовые шары. Я сейчас возьму пакет и я все выкину. И это будет нормально. И ничего не будет лежать в моих полках. Сейчас я Маше сама позвоню. Посмотрю, разрешила она тебе или нет. Садись на диванчик, будешь мультики смотреть. Так, где у нас пультик? Вот он. Аня, я что-то к Маше не могу дозвониться. А почему? Она трубку не берет. Ну ладно, на тебе пакет. Выброси только слаймы. Хорошо. Ой, я все. Вот это что-то. Ее любимая. Слаймами. Пугаться она, наверное,
мой. Все закончила. Ладно, ее пожалею. Ингредиенты я не буду выбрасывать. Только слаймы. Ну и что? Зато у меня вот что есть. А что это? Сейчас разделась, комнату занесу и увидишь. Смотри мне, сколько Элмерса пришло. Я еще столько слаймов сделаю. О, Боже!